Вот видишь, тут весна. Сегодня, если не ошибаюсь, 28, наверное, уже марта. Вот, Володя, 20. Какой рейс у тебя-то? 18-й. Вот это да. Ну, зимой поленился убрать. Здесь низина оказалась. А как они так сделали-то? Тут надо чем-то... А как поднимешь? Только асфальтом? Ну, все, пропала вода. Что, меня сейчас туда шарахнет, она пойдет и все. Вторник сегодня. Вчера привезли трехтомник сюда. Вот это да. Там единственное, у воробьев лужа стоит, вам сейчас там не пройти. Доска нужна. Ну, я туда не пойду. Я сейчас маленько да уйду на прогулку. Зимой-то поленился убрать отсюда. А? Я же зимой поленился убрать, вот сейчас эту ну, печатную воду. Что тут говорить? Русский мужик, говорит, умен задним умом. Когда время пройдет. Да.